Уровень жизни людей, благоустройство территории, развитие сельского хозяйства и промышленности, экономический рост и стабильность в муниципальных районах в прямой зависимости от эффективности работы местных властей. Долгие годы местное самоуправление в стране формировалось по принципу централизации и отдалялось от людей, от их проблем. Эффективное развитие власти на местах и взаимодействие с людьми – главная тема встречи главы региона и руководителей муниципальных образований. В Самарской области пошли по пути новаторскому, но столь необходимому на сегодня. Власть приблизили к народу. Все больше полномочий переходит на местный уровень. Объединив вот и властные полномочия, и активность людей, заинтересованность людей, неравнодушие людей ко всему тому, что происходит по месту жительства, и совместными усилиями можно сделать очень и очень много. Дали деньги, и плюс еще собственный ресурс, это снова добавляет к тому, что все будет становиться лучше, комфортнее, уютнее, качественнее. И будем как к этому шаг за шагом привыкать. Реформа местного самоуправления в областной столице – пример нацеленности на такое результативное партнерство жителей и власти. В районные советы депутатов должны войти врачи, учителя, общественники, люди всей душой, болеющие за судьбу и будущее своего района. Они будут контролировать, как расходуется местный бюджет, определять первоочередные задачи, волнующие жителей, и услышать смогут каждого. Что касается Самары, мы, например, тоже очень рады и считаем, что это историческое событие, потому что не может 30 тысяч человек знать хотя бы своего депутата. На наших территориях 1700, 2000 избирателей у депутата, и это очень логично и правильно. Экономика в муниципальных районах должна быть экономной. Местная власть – считать каждый рубль. А чтобы не создавалось раздутых, неоправданно завышенных смет на ремонтные работы или благоустройство, и будет налажен общественный контроль. Районные бюджеты нужно не только эффективно расходовать, но и пополнять. Так налоги с продаж и акцизы должны идти именно в местную казну. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.